Ну, или можно ли считать этот летающий корабль? Видимо, сейчас идут поиграть за другого персонажа. These people need heroes. Here. You keep your cool, and they will too. You got it? Got it. What's our motto? The army's no match for Nora. That a boy. Фронт сопротивления. Окей, значит, будем играть за Сноу. В общем, Годж это, видимо, какая-то мира, а Стагар это ошеломление или что-то типа того. Ну, я вот только что загуглил. Наверное, я эти слова знал, но как всегда забыл. А что, с ним можно поговорить? А еще, может, скажешь разок? То же самое. Ау. Что-то все какие-то здесь депрессивные. Немножко. А вот сейчас надо засейвиться, по-моему. Вдруг вылетит, не знаю. Самоуничтожится игра. Скажет, я больше не твоя. Отдай меня кому-нибудь первому на улице. Они так забавно прыгают. Он похож на Джека из серии Джек и Декстер, из игровой серии. Вон тот чувак справа, который сейчас паренек. А у него клевые чулки. И юбочка. Data log updated. Давайте не будем. Ну или давайте посмотрим, что хоть там. Как их зовут-то хоть? Снова узнаю. Гадот и Лебре. А, за них все равно не дадут поиграть. Ну ладно. Инвентарь идентичный, да, видимо. У всех персонажей. Воу! Слушайте, давайте не будем это читать, а? Ну или вы, не знаю, поставьте на паузу и почитайте сами. Я все сейчас пролистаю. Если вам интересно. Ну, примеры уж не будем читать. Вражеские данные. Солдаты. ОМГ. Ну, тут зато можно узнать, какие у них резисты есть. Их че? Ну, это, видимо, к таким... К толстым врагам нужно надо смотреть. Правда, я до сих пор не знаю, что это значит. Ну, там водяные атаки, да, ледяные, атаки с молнией, атаки
атаки огнем. А вот у них от, к огню и льду уязвимость. Это я вообще не понимаю, почему так быстро сдох. Вот, про какую можете прочитать. Про Hanging Age. Это, видимо, название локации такое. История и мифы. Можете про пульс прочитать, если хотите. 13 дней. Исход. Можете прочитать. Мне это, если честно, абсолютно пофигу. Это... Вдруг кому-то интересно будет. Ну, примеры уж ладно. Что? Здесь-то мне зачем показывать, что здесь что-то новое есть? Все, проехали. Я прошел прямо между ним, один убежал. Чувак стоит раком и женщина в клевых чулках. Ну, клево. Ручная граната, клево? Он голыми кулаками дерется. Мужик! Мужик! Правда, хоть я и затупил ужасно, но я все равно 5 звезд получил. Тут трупсели валяются. Там. Получай гранату. Это, видимо, у него такая атака по... радиусу. Получи подзатыльник. Даже стараться не надо, блин. Как-то легко, по-моему. Ну или это просто начало такое. Но если это... Но у них немножко мера с... У японцев всегда мера с количеством битв немножко страдает. Иди к маме. Не знаю, паной немножко. Она тебя и таким любит. Charge in, guns blazing. Hey, that's not a plan. Real heroes don't need plans. Нам не нужен план. Ну ладно, будем без плана их выносить, какая уж разница. Давайте сразу гранату только закинем. Пум, пум. А этот подбежал откуда, а? Ну вот. Зря гранату только выкидывал. Беда, беда. Ой, точно надо же эту цепную атаку еще... Про цепную атаку не забывать. Хотя нахрена она здесь? На обычных врагах. Клевый у него план. Ударить тяжелее и ударить их снова. Ударить их сильнее, ударить их еще сильнее. Вау. А, тут, видимо, пока, когда они в желтые окрашиваются, это значит, что на них ошеломление, оглушение подействовало. На, получи гранату. Пусть тебе разорвет все, что у тебя ниже пояс. Чуваки, 100 очков, нахрена они нужны? Они же абсолютно бесполезны здесь. Или тут есть какая-нибудь таблица лидеров? Ну вы поняли, да, граната? Вау. Баба. Ну здесь просто уже добьем. Ну что-то как-то уж совсем легко. Может хватит тренировочных боев? Давайте что-нибудь, какое-нибудь мясо такое рубилово интересное.
не знаю, не понимаю, зачем много таких легоньких боев одинаковых давать, это же глупо. А, ну все закончилось. Вовремя игра поняла, видимо, что я начал жаловаться и... Сколько женщин и детей в одинаковых курточках. You all okay? Hey, careful with those. Don't worry. No one's moving to Pulse today. We'll clear you a path out of here, so be ready Wait, to... Wait! Let me fight yeah, with you! Yeah, you can't expect us to just sit here! Блин, я думал, что это женщина. Could help. Yep. Please, let us help! Okay then. Volunteers front and center. Here, take this one. This one. Here you go. And one for you. Count me in. Сейчас, по-моему, Хоуп должен появиться. Мам? Вот и он. Don't worry. Huh? So I just hold it steady. Yeah, it feels good. Yeah, nice. Can you show me again? You got it. That's how it works. You sure? Yeah. Moms are tough. Господи. Right. It's the last one, boss. All right, last one. Somebody take it. Yeah. Вот и ваниль. Игрушка. Keep him safe. First impression of snow? All talk. All right, lay low and you'll be fine. We'll clear out the area. We're going home together! Come on, everybody up! Девушка, как на тебе держится эта куртка? Скажи, пожалуйста. Right. New recruits, on me! Come on. Time to go, kiddo. Ну вот, покажут. Снимет капюшон этот любимый персонаж девочек до 15 чуть позже, видимо. И ну так что потом будете кричать: уи! Уи! Какая няшечка! Так что это все потом. А сейчас мы будем смотреть на настоящего мужика. Хотя тут еще САС же есть. Давайте набьем рожу. Bro, ну же. Граната пошла? Да, зачем этого? Хотя сканает. Ух. Получил по роже. Добейте уж его. Молодцы. О, 4 звезды. Печаль. Снова собачки. Собачка, я тут. Собачка затупила. Давайте на этого. На пинтигрона. Надо этого пантерона убивать первым. А вот ему и урончик нанесли.
бог. Ну, в принципе, после 3000 битв уже все будет на автомате делаться, я считаю. Все они проходиться. А, как-то меня повернули к нему странно. Надеюсь, не в эту сторону. Карта куда-то исчезла вообще. Ну, видимо, сейчас это босс какой-нибудь. Ну, или полубосс. О, да. Кулебяка едет. Похоже на коллекционера из Mass Effect. Рожей своей. А в целом нет. Я думаю, что лучше гранатой сначала его закидать. Это бета-бегемот. Бета-бегемот, иди отсюда. Давай его своим криком, своей банданой его обмотай. Не знаю, как можно обмотать, обмотать криком, но, наверное, как-то можно. Давайте посмотрим, сколько ему граната наносит урона. Здесь, насколько я знаю, боссы большие, которые встречаются ближе к концу игры, опциональные, выносятся только вот этим вот накоплением вот этой цепи. Воу. Ну сейчас его добью. Правда, меня кто-то похилил. Но, видимо, пока что дают играть только за одного героя, чтобы было полегче. Потом можно будет, видимо, играть за всех трех. Ну или я ошибаюсь. А-та-та-та-та. О-о-о. Вот это минус. Неудачка. По-моему, какая-то большая пушечка для такого маленького создания. I told you, didn't I? Moms are tough. Right.
Что-то тут в этой игре я смотрю, я уже час ее смотрю, и почему-то здесь уже второй раз женщина бьет мужчину. О-о-о, что-то я не понял. Да, естественно, я хочу сохраниться. Видимо, я прошел какие-то обучения, ну или пролог. И теперь, наконец-то, мы с вами увидим настоящую Final Fantasy. Снова, наверное, каким-то неожиданным образом спасся. It's an out-and-out massacre. Most people won't even live long enough to die on Pulse. That was the idea. What? Sanctum logic. They conjured up the purge to eliminate a threat. I mean, why carry the danger all the way to Pulse? Why not just stamp it out here? Execution masquerading as exile. That's all the purge ever was. Relocation to Pulse. How does the government get away with pulling crap like that? And you, you knew this was gonna happen? The purge was SCI-COM. Private Sanctum troops, not the Guardian Corps. SCI-COM? Guardian Corps? Soldiers are soldiers, aren't they? Pulse Falci and their lessee are enemies of the state. Tell a soldier to kill an enemy, and you really think it's gonna matter what uniform he's wearing? Might have mattered to that one. Couldn't shoot. Got himself shot instead. How about you? Hmm? Order say shoot, you pull the trigger? Fine. Forget I asked. А еще более разноцветным не могли сделать? Пш, охренеть. Раскраска жжет. Мирмидон. Так, видимо, его лучше мочить обычными атаками. Он одного Саза бьет. Бедный Сазик. Не знаю, может блицами его помочить. Бедный САС. Все, что могу сказать. Все, сейчас ему... застагерим его. Я не знаю, как это... ошеломим. Замедлим. Как это правильно называть? Все, Мирмидон труп. Я нажал крестик почему-то, как обычно. Ничего не двигалось. What's that? Huh? Сыра, его невестка. О, нет, невеста. Невестка это немножко другое. Yeah. Right in there. The post file C. Ну все, вы можете кричать. Уи! Уи! О, господи.
Ваниль оправдывает свое имя. You said it made you happy when I smiled, didn't you? But really, I was afraid. I was always afraid. Кто это говорит? Почему? Почему в повествовании вдруг говорят мысли Ваниль, если это Ваниль? So, how do you figure that Pulse Falsi is different from the Sanctums? All things being equal, I just as soon keep wondering. Time to jump. Yeah, no. Hey, hang on! What the? Hey! Damn. Huh. She can do it, so can we. Чё, можно бежать снова по коридору? По линеечке проложенной. What about the others? They didn't die. They couldn't have died. Of course not. Hey, get a grip, man! What's wrong with you? Get him home. Get who home? Toss me that. Catch. Ладно, ну понятно. Теперь. What are you doing? So what are you afraid of, huh? You're supposed to be the hero. Ладно, потом мысли продолжу. She's waiting there, ain't she? Your lovely bride-to-be? Isn't it about time you picked her up? Yeah. Лантинг идет за Фалси. Он сейчас, у него получается у Сноу две цели. Забрать ее, невесту, и отвезти Сноу домой. Ну, понятно все. А вот то, что нам показывает, это, видимо, Санктум, да? Now you're talking. Oh, good day. А где женщина в клёвых чулках? Отменили. Печаль. Everyone's all right. Standing there, right? Power Circle, это что такое? Ну, это типа крутая вещь, насколько я вижу. И как ее надеть, например? А, ну надеть в экипе, все понятно. Аксессуары. Компоненты. Может, что-то крафтить можно? Mm-hmm.
Не понял. А почему магия падает? А, ну да, по причину. Боксер Iron Bangle. Фенсив. А, тут можно еще автоматически расставить предметы, которые у тебя есть. Все понятно. Давайте попробуем. Наверное, может быть, стоило, конечно, это оружие на кого-нибудь другого персонажа поставить. Ну ладно. В смысле, для Лайтнинга оставить. Бумс. Хотя нет, я думаю, что лучше все-таки на них оставить. Пошел вон, ракетометчик. Нет, 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 хватит стрелять. Что я вам плохого сделал? Подумаешь, вас кидаю гранатами, ну и что? Это же всего лишь гранаты. Троих одной гранатой. Клёво? Почему-то мне поворачивают назад. А, все понятно. Назад. Задом поворачивают. К тому месту, которое я должен идти. Но оказывается, меня повернули как раз в нужном направлении. Просто надо было карту включить. Она почему-то селектом выключается. Кстати, может быть, здесь что-нибудь есть. Зачем было столько точек сохранения, я не понимаю. Ну, не сохраняться же через каждые 10 минут. Это вам не помогло, чуваки. Какие-то вы неудачники. Голыми кулаками забил. Как за нефиг делать? Столько мне уже возрождалок дали. Видимо, это какой-то мотоцикл или еще что-то воздушный. Hey, Godot. Yeah? If you don't know who you've got to save, you just protect them all, right? Something on your mind? You got plenty of time for thinking on the way, hero. Yeah. Я такое же хочу. Такое чувство, что это реклама Mountain Dew. Все такое зеленое. А, вот и та самая женщина. Как ее зовут? Я... Пеппи Длинный Чулок будем ее называть. Since when do you care about kids? Favor for a friend. Okay. Hey, Snow! You made it! Hey, yo. So, hey. You really managed to use that thing? I think I'm done.
on. You're done when we are. Ow, what? That's the one. Didn't you have something to tell him? Yeah. All right, then. But I... I'll go with you. Ванилья такая ми-ми-ми-ми-ми-ми. You have no idea what it was like. Everyone safe? The army's no match for Nora. Oh, I meant the kids. All accounted for. Okay. Let's keep it that way, all right? I'll swing by the vestige. Keep the kids out of trouble. You got it. Say hi to the missus for me. You go skirt chasing, I take care of the kids. Some husband. Dinner's on me. Better be home cooking. When's the wedding, lover boy? Well, don't worry, none of you are invited. We're still going. Hey, you serious? What about me? Catch you later. Ну вот и у этих появилась цель, чтобы пойти туда. В этот в Санктум, или как он у нас там называется. Да, видимо, сейчас из-за них будут бегать. Все серьезно. Я не хочу за этого бегать. Он меня раздражает. Я, конечно, сейчас понимаю, что сейчас примерно все выключились на этом моменте, из тех, кто смотрел. Но что поделать? Можно переключить за того, кого бегать? Зато можно посмотреть статус информейшн. Ну, наверное... Ну ладно, какая уж разница. Обилки. Атака. У нее тоже только атаки. Этип. А, ну вот, видимо, открылись новые предметы. Ну, потому что новые персонажи открылись. Ё-моё, дали пробежать буквально 5 метров, и теперь... Снова смотреть ролик. Ты в порядке? Я хочу сказать им. It's just that... Say, you know how to fly this? Yeah, I think so. All right. In you go. That way. Я же говорил. If we go in there, that thing could... It could make us Lassie. Oh. This is... I don't think I can... You can do it. What are you two doing? Here we go. Uh-oh. Клёвое начало полёта. Get back here! Pulse Fal C. It held our future and our fate. То есть это пульс. Вот это вот отправляемся в пульс, да? What the hell? Я запутался нахер. Вы бы знали, что было со мной, когда я впервые увидел и услышал все то, что говорят персонажи. Кокон! Fal C, у меня в разрыв мозга был! Когда я все в первый раз услышал, столько информации новой мне в мозг прилетело.